Всем привет! Хочу показать вам, как зимует на балконе сцилла перуанская. Она заметно подросла. В высоту, наверное, где-то сантиметров 20, стала 20-21. Большая. И эта самая маленькая тоже уже увеличилась в размере. Сегодня буду ее подкармливать витаминами для ослабленных растений. Но у меня на балконе они не ослабленные, но на всякий случай подкормлю. Это пролонгированного действия витаминки, удобрения. Просто помещаются в землю. При поливе они постепенно растворяются. Сцилла уже пережила морозы. На улице было минус 20, на балконе минус 2. Но мороз ее не тронул, не побил. Вот сейчас здесь плюс 2 градуса. Специально открываю окна, чтобы дополнительно никак не опрыскивать, чтобы влажность была такая же, как на улице. К тому же, как только температура становится выше 5 градусов, сцилла начинает активно расти, а мне это пока не надо. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч!